Вот иду, вон там девчонки ходят, вон там девушки ходят, вон там все. Ну, такие вот дела. Я поднимаюсь опять в своей машине, там Лигрон Пас. Я прошел вот с той стороны, отсюда поднимаюсь с этой стороны. Ну, здесь это улицу сейчас закрыли. Видите, там ремонт делают. Там на углу какая-то, а да не какая-то, была итальянская пицца. В одно время сидел там. Не, мне нравится пицца иногда. Иногда. А здесь сейчас пройду мимо. Вот уже вынесли, видите, сделали шатер на улице. И им разрешается здесь кушать, завтракать. Выходим к этой итальянской пище. Вот тоже шатер сделали. Вот здесь. Видите, я вам покажу. Вот здесь тоже будет вот так вот. Там будет такой большой шатер сделан. Видите? Вот так. А вот здесь недавно отремонтировали. Ну вот это было раньше. Вот на этом углу, где написано Ольвае. Сейчас я вам покажу. Была итальянская пицца. Закрыли вот. Вот закрыто. Ну вот здесь вот еще улица вот. Рю де Лизе. И она поднимается туда на Гран-Плас. Вот там. Вот так. Сейчас я пройду, вот так покажу. Вот там. Вон, видите? Вот туда. На Гран-Плас. Здесь был оружейный магазин. Вот здесь вот был. Вот сейчас. А, вот он все, куда перешел. При ресторан Италия, пиццерии. А здесь раньше был наш мальчик, мы его так называли, куда ходили. Туда ходили покушать. Китайский ресторан. А вот здесь был оружейный магазин. Сделали ВИТМО, видите. А здесь я помню, точно был оружейный магазин. Вот здесь вот новые это сделали развилку. А это Рю де Уньон. И мы поднимаемся в машине. Хорошо. Тут машинки проезжают. Вот такие вот дела. Ходим, 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 ходим. Ходим и показываем. Вот тут тоже ремонт дороги. Видите? Ну, по крайней мере, все огорожено. Все стоит. Сегодня жарко, а я оделся теплый. Надо уже переходить на маечки. Вот, напротив там отель Алькантара называется. Вот он. Вот такой хиленький. Ну, вот такой бюджетный отель. Там, я помню, много раз там. Это Форт Руж. Это Преди Патикер. А, здесь этот. Это выдается на кредите. Вот это. Вот это и фирма. Сейчас я снимусь опять. Пришел напротив девушки с собачкой. Девочка с собачкой.
Спала с ними. Девочка с собачкой. А он пошел в представитель бельгийского народа. Ну, вот. Сейчас мы снимемся. Я вам покажу. Собачка такая, вот она, вот она. Ну, девушка. Вот так. Ну, такие вот дела. Так, все. Спасибо за внимание. Пишите, что вам еще. Ставьте комментарии, делайте лайки и пишите, что вам снять на следующий раз. Всем всего доброго, здоровья и до свидания.